Это не Красная площадь, это не Москва, это не центр, не город, дорог, не Би-2. Это не белые ночи, это не Петербург, это не Dead Joint, это Оренбург. Это сотни домов, что по ночам сверкают. Это Урал, его по-любому все знают. Ночные трассы, дороги пустые, как головы. Лопали стены, находясь в этом городе. В этом городе чувствуешь себя свободным. Друзья, привет! Видео про Лада Гранта 2020 года, автомат Джатка. Если интересно, смотри, не интересно, перелистывай дальше. Цель видео: у нас в Оренбурге замело прилично. Хочу доехать до дачи, там уже не почищено, сейчас мы с асфальта свернем. Показать удобство езды на автомате, посмотреть, как работает липучка, как работает ABS и как автомобиль разгоняется на скользкой дороге. Дорога, ребята, реально скользкая, снега на капоте, видите, сколько намело. По расходу делал я прошивку на этом автомобиле. Расход по бортовому показывает 13,5 литров на 100 километров. Хочу сразу сказать, что такой расход, то, что маленькая скорость, на маленькой скорости ездит супруга по городу, пригревает автомобиль по 10 минут примерно, то есть в этом складывается. Если посмотреть мгновенный расход, вот на данный момент я еду, сейчас вам скажу, 4,3, вот сейчас мгновенный расход, четвертая передача, на драйве еду. Так, сворачиваем в дачный массив, где скользко, на перекрестках накатано. По поводу удобства, вот ручки у меня свободные. Вот, смотрите, просто одной рукой потихонечку газ давишь, и автомобиль едет. Не нужно ни переключать. Просто я проехал на данный момент километров 15, по городу в основном ехал. Трогался с перекрестка, с автомобилями. Ну, так для себя пробовал. Если трогаться, вот смотрите, вот газую, машина идет в занос просто. Реально скользко. И снега надуло много. А сейчас свернем на дачу, там вообще будет снега много. И с перекрестка, когда трогаешься с автомобилями, если чуть-чуть газу больше даешь, когда она начинает переключаться на вторую, третью передачу, то машина отстает. Если трогаешься потихонечку, газ прям потихонечку в натяг давишь, автомат плавно переключается, и он вытягивает автомобиль. Из перекрестка, в принципе, я уезжал почти везде первый. Вот в этом-то и удобство, вот на данном момент, что чувствуешь себя здесь комфортно. Конечно, это не полный привод, но за счет того, что резина у меня 185, 65-15 размер стоит, колеса чуть пошире заводских я поставил, вот, и едет она нормально. Давайте попробуем его обогнать. Вот видите, за счет прошивки автомобиль стал намного динамичнее. Нету задержек, каких-то пауз, это все убралось. Если кто не смотрел видео про прошивку автомобиля, вот по ссылочке вот здесь вот появится, пройдите, посмотрите, где я делал, что дает. Прошить автомобиль я бы вам рекомендовал. Но прошивки все разные, ребята. Нужно обязательно, конечно, прошивать у грамотных людей. Ну, вот по моей подсказке вы можете увидеть, посмотреть,
Так. Вот остановился на подъеме. Потихонечку. Едем. Тут уже никто не чистит. Как едет автомобиль. Опять ничто я не переключаю. Одной рукой. Правая нога на газу. Потихонечку давишь, и автомобиль едет. Вот в этом вся и прелесть таких автомобилей на автомате. Автомат, вариатор. Но автомат именно, который здесь стоит, японский Джатка, четырехступенчатый, он надежнее вариаторов. Между прочим, АвтоВАЗ уже отказывается от вариаторов. Не знаю, или механику оставят. Потому что, насколько я знаю, что автоматы уже они тоже не ставят. Потому что ценовая политика автомобилей завышается. Мы вот этот автомобиль брали за 691 тысячу. Автомобиль лифтбэк. Ничто не скрипит в этом автомобиле. Между прочим, скрип-то пропал, да, Антош? Изначально новый автомобиль купили, что-то скрипело. Едешь, и вот внизу где-то скрипит постоянно, не мог понять. Заехал масло поменять и увидел, что тросики ручника, которые идут, там есть такое резиновое кольцо. Оно сместилось, и по креплению металлическому, ну, трет, и оно такой свист образовывался. Масло заехал, поменял, заодно эти сразу резиночки на место поставил. Если у кого такая вот тема есть, заедьте, просто резиночки поправьте, в паз поставьте. Вот, на себе это все проверил. Здесь снег вообще никто не убирает. Но, как видите, автомобиль прекрасно себя ведет, прекрасно едет. Сейчас покажу вам, как на липучке. В принципе, вот на этой липучке, но мы всегда ездим на липучках. Винтер резина называется. Очень удобно есть. Протектор там крупный. Гребет он хорошо. Вот смотрите, как останавливается автомобиль. Вот нажимаю тормоз. АБС срабатывает. Машину никуда не закидывает. Вот. То есть АБС выравнивает усилие тормозных колодок. И автомобиль всегда будет ровно вам останавливаться. Без АБС, который автомобиль оборудован, там автомобиль может или влево закинуть, или вправо. Там нужно усилием ноги, то есть притормаживаешь, выравнивать, чтобы автомобиль никуда не ушел. А с АБС на данном этапе удобнее. Но не всегда. АБС бывает, что тормозной путь увеличивается. Это дело привычки. Кто раньше ездил на обычных машинах без всяких электроник, тот меня поймет. Тот, кто не ездил на автомобилях с механическими, со всеми приблудами, тот меня, конечно. Впереди меня проехал Дастер. То есть мы по следу Дастера сейчас едем, но здесь на улицах у нас есть большие переметы. Вот, смотрите. То есть наш клиренс. Сейчас я назад сдам. Посмотрим. Посмотрим. Нет, мы даже не задеваем, представляете? То есть передний привод Гранта у нас, в принципе, клиренс позволяет тоже ехать вот по такому мягкому снегу. Но назад вот в горочку подниматься, наверное, будет интересно. Здесь у нас спуск. Но сейчас снег мягкий, поэтому проехать пока можно без проблем, ребят. На такие машины, девятки, приоры, на механической коробке передач я бы, конечно, рекомендовал блокировку от производителя ВТ, дифференциалы повышенного трения, ставите. И у вас постоянно гребет два колеса, ребята. Вот по ссылочке пройдите, посмотрите.
заказывайте смело, ставьте на передний привод, блокировки. Вообще тема классная. Да, пока нормально едет. Все, ребята, видео заканчиваю. Кому понравилось, пишите комментарии обязательно. Что вы думаете про эти машины? Кто ездит на них? Какие плюсы, какие минусы? Мы на данный момент в этом автомобиле видим только плюсы. Так как супруга ездит по городу, иногда приезжает сюда. Вот. Клиренс позволяет, резина позволяет, автомат рулит. Руки всегда свободные, удобно. Все, пока-пока. Ставьте лайкосы, пишите комменты. Это не Dead Joint, это Оренбург. Это сотни домов, что по ночам сверкают. Это Урал, его по-любому все знают. Ночные трассы, дороги пустые, как головы. Лопали стены, находясь в этом городе. В этом городе чувствуешь себя свободным. Открывая душу, смотришь на небо ровно. Это не сравнить ни с каким другим миром. Даже если ты далеко от дома, то...